ECHO provides multicultural programming and services to keep you healthy, safe, engaged, and ready. Здравствуйте! Меня зовут Нина Кириллова. Я хочу рассказать вам о пользе грудного кормления. Кормление грудью – это лучший подарок ребенку от мамы. Организм женщины прекрасно приспособлен для грудного кормления. И после рождения ребенок ждет от мамы именно грудного молока. Вскармливание помогает малышу расти здоровым и является естественным для человеческого организма процессом. У грудного кормления очень много преимуществ, и мы остановимся лишь на нескольких из них. В грудном молоке содержится огромное количество питательных веществ, которые помогут ребенку расти и развиваться. Материнское молоко индивидуально по составу и идеально подходит именно вашему ребенку. Оно очень легко усваивается. Грудное молоко защищает новорожденного от многих болезней и инфекций. У детей, которых кормят грудью, намного реже встречаются ушные инфекции, аллергии, астма, диабет, рак и многие другие проблемы. Грудное вскармливание полезно и для матери. Оно помогает установить тесный эмоциональный контакт с ребенком. Грудное молоко – это натуральный продукт и бесплатная еда для вашего ребенка. Молочная смесь стоит очень дорого, и самое главное, она далеко не так полезна, как материнское молоко. В материнском молоке есть абсолютно все, что необходимо ребенку, и при этом оно не стоит ни копейки. Ребенок сам покажет вам, когда проголодается. Он начинает беспокоиться, двигать губами или засовывать в рот пальцы. Так он показывает, что ему пора кушать. Если вы его не покормите, он начнет плакать. Между кормлениями должно проходить от 1 до 3 часов. То есть кормить младенца нужно около 12 раз в сутки. Иногда ребенка приходится будить и ночью, чтобы его покормить. Помните и о том, что у детей бывают ростовые скачки, когда ребенку нужно больше молока, чем обычно, и он чаще бывает голодным. Частым сосанием ребенок способствует увеличению количества молока у матери. Вы сами увидите, когда ребенок насытится. Он расслабится, выпустит изо рта сосок или же заснет. После кормления помогите ему срыгнуть, после чего предложите ему другую грудь. Не волнуйтесь, что ребенок съест больше, чем нужно. Он сам прекратит сосать, как только насытится. Вы также можете посмотреть на количество мокрых и грязных подгузников или на прибавку ребенка в весе, чтобы убедиться, что он получает достаточное количество пищи. С чего же начинать грудное вскармливание? Для начала положите ребенка так, чтобы он прижимался животиком к животу мамы. Совсем не обязательно принимать какую-то особую позу. Главное, чтобы ребенок был близко к груди. Проведите соском по губам ребенка. Когда он широко раскроет рот, притяните его к себе так, чтобы нижней челюстью он плотно прижался к груди и присосался. Он должен захватить ртом и сосок, и значительную часть темной ареолы вокруг него. Теперь можно устроиться поудобнее и насладиться этим прекрасным моментом близости с ребенком. По мере роста ребенка будут меняться и его потребности в питании. Но молоко матери тоже будет меняться в соответствии с потребностями ребенка. Кормящая мать обязательно должна заботиться и о себе. Ваши груди могут стать тяжелыми, чувствительными, в них могут появиться боли. Но это пройдет, когда ваш организм привыкнет вырабатывать нужное количество молока. Если какая-то часть груди начинает болеть и становится теплой на ощупь, если у вас повышается температура и появляются боли в теле, обратитесь, пожалуйста, к врачу. Возможно, что у вас начинается мастит, то есть воспаление тканей молочной железы. В это время обязательно продолжайте кормить ребенка, чтобы опорожнить грудь. Между кормлениями соски должны быть сухими. Чтобы они не болели, следите за тем, чтобы ребенок правильно присасывался. Вы можете кормить грудью на работе, в школе или в общественном месте. По федеральному закону работодатель обязан предоставить вам время и место, где вы можете покормить малыша грудью или сцедить грудное молоко в бутылке для дальнейшего использования. Грудь наполняется молоком постоянно, в том числе в течение рабочего дня. Поэтому сцеживание грудного молока днем помогает накормить ребенка и уменьшает нагрузку на организм матери. Некоторые мамы стесняются кормить ребенка грудью в общественных местах.
Но, например, в торговых центрах часто бывают специальные места для грудного вскармливания. Вы также можете использовать одеяло или платок, чтобы закрыть грудь и ребенка при кормлении. Кормление ребенка должно быть регулярным, поэтому мамы имеют право кормить грудью в общественных местах. Информацию о грудном вскармливании вы можете получить из разных источников, например, от вашего врача или в организации «Лалечи Лик». В местном отделе здравоохранения могут быть медсестры, которые могут помочь вам на дому или по телефону. Испокон веков женщины кормили детей грудью, таким образом скрепляя узы матери и ребенка. Ребенок – это драгоценный дар жизни, и заботясь о себе, вы заботитесь о нем. Поздравляем вас с прибавлением в семействе и спасибо за внимание!